Сегодня я хотела поделиться, показать свою коллекцию кукол от известных мастериц-кукольниц. Эти куклы в основном игровые. Коллекция у меня небольшая, но все куколки такие любимые, и я ими очень-очень дорожу. Как-то я обмолвилась о том, что в 2016 году я была на лоскутном фестивале в Суздале. Так вот, большинство из этих куколок я приобрела именно там. На мастер-классах или просто на ярмарках-распродажах. Вот эти куколки от Тамары Григорьевны Цибульник. Вот такая красавица. И вот такая вот совсем маленькая. Вот эти двое в коробчонке от Ирины Хабышевой. Тогда, в 2016 году, у нее был мастер-класс по изготовлению этих куколок. Вот эти медвежата от Светланы Болотовой. Вот такие красивые, винтажные. Вот этот маленький, он вообще где-то сантиметров 5. Мне они тоже очень-очень понравились. Вот эти куколки от Марии Дмитриевой. Это погремушка такая. И вот такая маленькая пеленашка. И знаменитые ее матрешки. Ручная роспись. Это куколки от Светланы Мининой с паспортом. Здесь написано ее имя Агата. А вот это вот такая важная, гордая на положении. Это Серафима. Вот это барышня-игольница от Майи Сысоевой. Почему игольница? Потому что у нее в руках подушечка, которую можно использовать как игольницу. Вот эти куколки. Это от Натальи Вихровой, моей землячки. Я их получила в подарок от нее. Мы с ней дружим. Фарточек вот здесь тоже можно использовать как игольницу. Вот эта куколка от известной тоже кукольницы Галины Семеновой. Она наша подружка, потому что у нее в туиске лоскутки. И она тоже рукодельница-лоскутница, видимо. А вот эта куколка, я ее уписывала по почте. В одноклассниках у меня в друзьях есть Анна Ульянова. Вот такой ангелочек. Так, а вот эти куколки я тоже приобрела в Суздале, но авторов не знаю. Это вот на катушке. Такие куколки я тоже потом научилась делать. Вот такие неразлучники. Подвеска. Вот такая маленькая куколка. Вот такая куколка-колечко. Здесь петелька одевается на пальчик. Тоже научилась потом делать их. И на ютубе есть мастер-класс Лены Вернедубовой. И вот такие вот неразлучники. Такая парочка. Так, и вот эта вот красавица. Это я уже заказала на ярмарке мастеров у Риммы Волченко. Вот такая моя небольшая коллекция. И еще хотела поделиться одной фразой, которую я услышала на мастер-классе в Суздале. И мне она очень понравилась, я ее записала. Куклы не принадлежат к миру живых, но и к миру мертвых тоже. Я с этим полностью согласна. Спасибо за внимание.